В городе Видное впервые прошла ярмарка региональных продуктов, организованная некоммерческим партнерством объединения производителей сельскохозяйственных и промышленных продуктов. Желтые палатки с фирменной символикой расположились у кинотеатра «Искра». Мы представляем Вологодскую, Белгородскую, Волгоградскую, Республику Чувашию, Республику Мариэл. Значит, мы проводим много ярмарок в Москве, в Московской области. Вот в Видном приехали, в Волоколамске проводим, в Голицыно. С сентября будем проводить в Санкт-Петербурге. Администрация городского поселения «Видное» учла пожелания жителей, оставив советский проезд свободным для движения транспорта. Для ярмарки выходного дня это самое удачное местоположение. Вот именно такая ярмарка впервые. Мы постарались учесть пожелания жителей, мы постарались учесть пожелания Министерства потребительского рынка. Мы слышим губернатора Московской области, а это прежде всего касается импортозамещения продукции. И мы видим, что действительно формат, начиная от ценовой политики, которая сегодня здесь, на этой ярмарке, распространяется на продукты питания, соответствует потребителю. Мы видим, что сегодня сочетание и народных промыслов, и концертной программы удовлетворяет требования покупателя. Люди приходят отдыхать. В процессе отдыха они покупают что-то из продуктов питания. Но самое главное – это то, что мы своих жителей сплачиваем здесь. Мы их привлекаем к продукции нашей, российской. Овощи и фрукты, охлажденная и копченая рыба, разнообразные кондитерские изделия, мясная и молочная продукция, сыры и мед, а также изделия из трикотажа, посуды и сувениры. Торгуют в основном сами производители. Наряду с Московской областью в ярмарке участвуют 11 регионов России. Это Волгоградская, Ростовская, Тверская область, Краснодарский край, город Орел, Тамбов, Белгород, Астрахань, Тольятти, Чувашская республика и Мариэл. Мы представляем из Республики Мариэл натуральные дикорастущие грибы, соки и ягоды. Это наш скромный семейный бизнес. Пытаемся донести для людей из Москвы и Московской области экологически чистые продукты, которые производятся на нашем предприятии «Мари-продукт». То есть продукция вся собрана в наших лесах. Перерабатывается только вручную, никаких технических средств нету. Жители остались довольны тем, что смогли купить по низким ценам качественную продукцию. Понравилось, много овощей, приемлемые цены, все хорошо. Баклажаны, огурцы, помидоры, черная смородина. Все, что я хотела, то и купила. В рамках ярмарки для всех желающих организованы мастер-классы по старинным ремеслам и промыслам, кузнечному и гончарному делу. Многодетный отец Леонид Григорьев – ремесленник из Тверской области. Он приехал в Видное вместе со старшими сыновьями, которые тоже учатся кузнечному делу. Начали с маленькой кузеньки, вот сделали такой вот навык военно-полевой кузни выездной. Там. Вот, с ней стали выезжать. Стал спрос, стали нравиться. Мы сделали еще одну кузню, цыганскую, такую тоже выездную. Потом стали гончарку мастер-класс возить с собой. Вот, смотрим, людям интересно, нравится. Праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов. Для детей также была организована развлекательная программа. Ярмарка продлилась 4 дня. Администрация города Видное планирует организовывать такие ярмарки регулярно. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.